Там что-то есть! Вот это Домино, вот это Пио, вот это Пио. Здесь могут быть вражеские корабли. Прости, много лет тому назад, такую же ясную ночь мы с Гарретсом, моим другом, плыли на Самос. И вдруг услышали, что во тьме кто-то поет наши имена. Песня была столь сладка, мы забыли обо всем. Скажи еще, что видел себе. Я заткнул уши, чтобы избавиться от их чар. Но когда я хотел предупредить Гарретса... Уничтожим врага! Кидайте! Стреляем!
Выглядишь скверно. Думаю, я разгневал их. Богов. Вот как. Убийство, нечестивость? Что ты? Я поклонялся Гермесу в пещере Драгорати. Там живут боги. В пещере? Они исполняют желания. Нужно просто сделать подношение и попросить что-то взамен. Ах, но Гермес глух к моим мольбам. У меня кончаются деньги и дары. Ведь я не богат. Где же я ошибся? Это ведь Гермес. Тот еще обманщик. О, но в пещере много богов. И всем нужны разные вещи. Сходи, послушай. Я отдам тебе последний дар. Выясни, реальны ли они. Ладно, не бойся, я схожу. О, спасибо. Не забывай, ты ступаешь по священной земле, так что будь осторожен. Там видно будет. Thank you.
Кто-то оставил здесь дары. И их пытались унести, укрывшись за статуей. Здесь дует. Трещина в стене. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Разбойники. Странно, что люди ничего не поняли. А вот и добыча. Нуждаюсь в помощи. Я бедна. Четверо детей, все, что у меня есть. Я продаю корзины, но моя повозка сломалась. Как ее починить? Как торговать без нее? Без тебя? Слушаю, дитя Гермеса. О, славный бог! Молю, помоги! Я услышал тебя! Ты найдешь сокровище у своей двери скоро. Я верила в тебя. Каждый мой рассвет и закат твои. Все, что есть под крышей моего дома в Саме, посвящено тебе. Да, ступай домой и жди вмешательства судьбы. Конечно, конечно. Ну, если ей нужны деньги... Добыча воров подойдет. В пещере нет богов, лишь разбойники, что крадут деньги и надежду. Так и знал, воры! Ну, Зевс не покарает тебя, может, даже пожалеет. Надеюсь, воры познают его гнев. Они познали мой. Этого должно хватить. Так и есть. Повозка видела лучшие времена. Она везла корзины на рынок, но повозка сломалась. Так-то лучше. Им это нужнее.
Элла! Что же день нам принесет?
Откуда этот свист?
Эльфель.